Давай, Даша. Я поехал. Да, Ник, веди себя хорошо. Пока-пока, папа скоро приедет. Хорошо, папа, буду себя хорошо вести, не волнуйся. Давай, пока. Мама, включи мне мультики. Да, Ник, какие мультики? Сегодня же в детский сад. Нет, мама, я не пойду в детский сад. Да, Даник, как это не пойду? Да, мама, вот так вот не пойду. Нам надо идти в детский сад сегодня. Нам не надо идти в детский сад сегодня. Даник, ты что, переговариваться со мной будешь? Если в садик не пойду, то и не буду. Ты 5 минут назад папе обещал хорошо себя вести. И тут начинаешь. Я хорошо себя веду. Мама, включи мультики. Ну эти, ты знаешь. Даник, я не включу тебе мультики. Мы опаздываем в детский садик. Давай, надевайся. Не хочу, не хочу, не хочу, не буду, не пойду, не пойду, не пойду. Даник, ты куда? Ну я что, в догонялки с тобой играть буду еще? Нет, мама, мы будем играть с тобой в прятки. Я надеюсь, что ты меня не найдешь. Даник есть? Даника нет. Отсюда на край отползу, и тут она меня не увидит. Даник, Даник, ну девочки спят. Даник, ты где? Даник, я тебя все равно найду. А ну вылезай. Даник, ты здесь? Нету. Так, это Дианка. А это что за складка? Ага, попался. А ну вылез оттуда. Ой, нет. Мама, что случилось? Ничего-ничего, спи, Дианочка. Я Даника ищу, он от меня спрятался. А нам надо в детский садик. Тогда, может, у Кати? Тоже нету, но где же этот маленький паразит? Макс опять уснул лицом в ноутбуке. Буду выключать интернет на ночь скоро. Данечек, наверное, ты в каком-то из этих шкафах. Сейчас я тебя найду. А ну-ка, вылезай сам. Здесь никого нет. А тут? А здесь вижу только бардак. Даника тоже нет. На кухне тоже пусто. Осталось только в ванной посмотреть. Ну где ты? В стиралку, что ли, залез? Нет. А почему ведерко перевернутое? Ну-ка. Ага. Вот ты где. Все, я тебя нашла. Значит, бежим в детский сад, понял? И не отпущу тебя теперь, чтобы не сбежал. Мамочка, я не хочу в садик, я не пойду в детский сад. Даник, давай потише, всех разбудишь. Надевай кроссовочки и пойдем. Не буду, не буду, не буду, не буду, не пойду никуда, мама, слышишь меня? Даник, ну там с ребятами поиграешь, игрушки там разные, погуляйте. Там есть тихий час, и я его не люблю. Не пойду в детский сад. Почему? Дианка дома сидит, Макс дома сидит, Катя дома сидит, а я в этот детский сад хожу. Потому что они школьники, и у них каникулы. А в детском садике каникул не бывает. А я хочу каникулы, я устал. Все, в детский садик не пойду, у меня отпуск. Ладно, у тебя сейчас отпуск, а когда мы поедем всей семейкой в отпуск, ты тогда пойдешь в детский сад, понял? Это еще почему? Я тоже с вами поеду. А вот и нет, ты свой отпуск уже используешь. Так, мама, ты меня запутала, все, я в садик не пойду. И вообще, я пока прятался, так попить захотел. Мама, принеси мне водички. А когда ты попьешь водички, мы с тобой пойдем в детский садик уже? Ой, не знаю, вот водички попью и подумаю. Шантажист, сейчас принесу. Давай, мама, неси, а я пока тапки спрячу. Босиком же она меня не отправит в детский садик, правильно? Здесь точно искать не будет. Сюда и полазу. Держи, Даник, давай, пей водичку и в садик. Спасибо, мама, только я не пойду. У меня кроссовки куда-то сбежали. В смысле сбежали, Даник? Они только что здесь были. Ты их спрятал? Нет, мам, говорю же, я тут сидел, потом смотрю, и не исчезли куда-то. Даник, ну это уже не смешно, мы опаздываем. Ты скоро уже пропустишь завтрак и будешь сидеть голодный там до обеда. Мамочка, тебе меня не жалко, что я голодный буду до самого обеда. А дома я покушаю. Что у нас сегодня на завтрак? На завтрак у нас сегодня ничего, потому что маме надо работать. Ну ладно, я уже воды попил, кушать совсем не хочется. Мам, включи мне мультики. Даник, куда ты спрятал свою обувь, а? Ну-ка, рассказывай быстро. Мама, я ничего не прятал. Под диван тебе их не засунуть, под кровать вроде тоже. Так, а почему телефон тут лежит? А вот и кроссовочки. Так, ну-ка, Даник. Надевай кроссовки и пойдем в садик. Мама, не пойду, сама иди в садик, узнаешь, как там плохо. Сама иди? Ты как с мамой разговариваешь, а? А давай поменяемся. Я буду день за маму, а ты за меня в садике. Вот вечером посмотришь, как тебе там понравится. Хм, поменяемся, значит? Ну ладно. Точно не пожалеешь? Нет, мама, это ты пожалеешь. Ну ладно. Попробую договориться с воспитателем, чтобы меня сегодня приняли в группу детского садика.
По-хорошему, тебе бы еще поработать надо. Но так как ты не сумеешь, напишу начальнику, что я сегодня беру выходной. Так и тебе проще за маму будет. Вот, спасибочки. Мам, ты там пока за компьютером сразу включи мне мультики. Так, отпустил, отлично. Мультики, говоришь? Ладно, мультики так мультики. Я тогда в детский садик, Даник. Пока-пока. Давай, мам, иди-иди. Крутяк, целый день мультики. Девочки, посидите, пожалуйста, спокойно, хорошо? Я на кухню схожу, а то помощника воспитателя сегодня нету. А чего нас так мало? А больше никто не придет? А где Даник? Девочки, так лето же, все по отпускам разъехались. А Даник, кстати, мама его не звонила. Может, и подойдет еще. Здравствуйте, Елена Николаевна. Тут такое дело. Возможно, я сегодня побуду у вас вместо Даника. У нас челлендж такой. Он сегодня вместо меня, а я вместо него. А то жуть, как в садик отказывается ходить. Никак утащить не могу. Ха-ха, интересный подход к воспитанию. Ну ладно, я позволю вам это сделать. Кстати, присмотрите пока тогда за девочками, а я на кухню. Спасибо большое, Елена Николаевна, да, присмотрю. Привет, девочки. Здравствуйте, тетенька, а вы на горку уселись, вы ее не сломаете? А то нам кататься негде будет. Да нет, думаю, что не сломаю, она у вас крепкая. Мне просто больше некуда присесть, столики слишком маленькие. Ой, что-то кушать захотелось. Катя, Катя, сделай мне что-нибудь покушать. Ой, Даник, ну попроси маму, зачем ты меня вообще разбудил? Не могу маму попросить, она ушла в детский сад. Ой, так, Даник, подожди, в смысле ушла в детский сад? А тебя что, забыла, что ли? Нет, я сам так захотел. У нас челлендж, мы поменяли с ней местами, чтобы она посмотрела, как в детском садике скучно и плохо, и нечего там делать. Ага, а ты, значит, за маму. Ну что ж, Даник, иди тогда готовь на всех завтрак. Ой, раз меня разбудил, значит, я уже скоро кушать захочу. В смысле, готовь завтрак? Я не хочу. Я есть хочу. Ну так ты ж за маму, а мама нам готовит завтрак. Давай, иди на кухню. Яичницу там или блинчики испеки. Ага, сейчас. Я не умею, я обожгусь и порежусь. О, батончика погрызу. С молочком очень вкусно. Ну вот, так и наемся. Так, а почему ничем вкусненьким не пахнет? Мам, что у нас на завтрак сегодня? Девочки, а где мама? Ушла что ли куда-то? Нет, Макс, у нас сегодня мама, это Даник. Чего? Это как? Ну вот так, мама ушла в садик, а Даник за маму. Прикольно. Даник! Даник, ты чего это тут расселся? Я кушать хочу. Ты хочешь кушать, ты кушать и ищи. Я кушать хотел, я кушать нашел. Очень вкусно. Ну вот, слышал? Даник, ну ты же за маму. Иди готовь завтрак. А то челлендж какой-то не настоящий. Слушайте, а где мама? Я проснулась, у меня что-то так голова болит. Мне бы какую-нибудь таблетку. Дианка, доброе утро. Это тик Даник, он сегодня за маму. Даник, кстати, мне сегодня мама обещала дать денежку. Мне нужно купить новые джинсики. Катя, подожди ты с денежкой, он сначала должен завтрак приготовить. Ой, да подождите вы со своим, у меня голова, говорю, болит. Так, чего вы ко мне все пристали? Идите в свои комнаты, я ничего не знаю, разбирайтесь сами. Покушали? Ну как вам наша каша? Вкусно? Да, спасибо, очень вкусная. Давно такой вкусной каши не ела. Тетенька, можно я с горки съеду? Ой, да, конечно, я здесь на полу посижу. Интересно, как там Даник у нас? Ой, какой у вас тут маленький паровозик. Ой, а вот там вагончики. Можно собрать целый поезд. Даник! Так, Даник! Даник! Чего вы все ко мне пристали? Я думала, я спокойно дома посижу, мультики посмотрю. А вообще, Даник, да не знаю я, что делать, я же вам не мама. Ну, ты же с ней поменялся, так что давай. Решай проблемы по мере их поступления. Взрослые всегда так делают. Я не взрослый, я маленький. Отстаньте, отстаньте. Всем здравствуйте. О, мам, привет. Я смотрю, тебе нравится в садике, в отличие от Даника дома. Ой, а что, уже? А я только каши поела, да разыгралась. Эх, Даник, я так хотела остаться на тихий час. Нет, мама, иди давай домой. У тебя там столько проблем, а я уж как-нибудь без тебя тут поиграю, ладно? Ладно, Даник. Макс, пойдем давай, расскажешь, что там у вас случилось. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринелка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока!